Галина Федоровна, последнего сегодня это простамповали стрептомицином в пердачину. О, точнее в ягодичную область. Поэтому можно отдохнуть. Фух. Ну что, Марина Федоровна, пригубим за ваше здоровье. Извините, мне тут надо всего лишь подписать. Ну так подпишешь дома, у нас обед. Глянь, обнаглели в край. Мария Федоровна, а у нас случайно медицинского спирта там нигде не завалялось? Ой, супер, огонь, отложите мне. Потому что это завтра ж у терапевта юбилей, не с пустыми же руками идти. Извините, у меня вопрос. А у меня понос. Идите от греха подальше. Зонт мне в рот. Вы представляете, Мария Федоровна? Пятый вызов за эту неделю у Уткиных. Как не срачка, так болячка. Мария Федоровна, сразу говорю, туда к ним надо идти только поднабухая, по-другому никак. Печать засохла. О, совсем другое дело. Ой, Мария Федоровна, не знаю, работать после новогодних праздников, это еще та грыжа в жопе, извините. Еще один тренд. Loving you when I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Stepping in a DVD. Слышь, эпилептик, мусор иди выкинешь. Мама! Что? Ну, всего 11 часов. А какой это выпуск? Девятый? Погнали! Ну что, сеньорес и сеньорес, это девятый урок испанского языка. И не будем вас томить, начинаем с первого слова. Прохладительный напиток. El refresco. Пить ваше рефреско, ну просто мерзко. Кувшин, черпак. El cucharón. Ну ты, конечно, барон, черпать-то суп таким-то кучарон. Взлетно-посадочная полоса. La pista. Срочно на писта! А то нам самолет скажет остановиста. Живопись. La pintura. Ну ты и дура. Ты просто ничего не понимаешь в пинтуре. Катание на лыжах. Эль эски. Вот не пи***и. Мы все вместе идем на эски. Кекс. Ла магдалена. Лена, ты что сожрала вся магдалена? Язык. Эль идиома. Да я на любом идиома могу сказать закон ома. Мышка. Эль ратон. А ну-ка сбавил оборот и убавил тон. А то запущу в тебя ратон. Котлета. Ла чулета. Скоро же лето. Надо перестать жрать чулета. Ну вот и все. Это был девятый урок испанского языка. Валера. Ты арестован, блядь. Валера, мы не спим. У меня один вопрос. Это что? День милиции вчера отмечали? Валера, если мы сидим по 12 суток каждый месяц в обезьяннике, это еще не значит, что мы как-то косвенно относимся к этому празднику. Валера, мы даже с тобой не служили. Валера, мы не спим. Валера, это ж сколько надо было выжрать литров самогона, чтобы перепутать магазин «Пятерочка» в Москве и полицейский участок номер 3 Краснодарского края города Туапсе. Как мне потно. Валера, мы не спим. Скажи мне одно. Зачем ты вчера оперуполномоченному уголовного розыска сказал «фильтрую хрюканину»? Это шутка была? Валера, он тоже пошутил. Вот. Валера, беде ты мою на лыжах. Ты зачем вчера клятву Гиппократа полицейским давал? Думал, в лицевых коллектив? Валера, ничего, что полицейские присягу дают. Валера, чтобы я еще раз с тобой выпил? Да пошел ты нахер, Валера. Ну что, Марина Федоровна, я готов сегодня к приему. Доктор, на меня чихнули в лифте, у меня точно коронавирус. Вон отсюда! А то я сейчас свой коронавирус знаешь куда засунул? Гляньте, Мария Федоровна, обнаглели в край. Что только не сделают ради освобождения от физкультуры. Хуйпуют только так, ой, хайпуют только так, Мария Федоровна. Мария Федоровна, а давайте для профилактики коронавируса бахнем оральную антисептику. Извините. Извиняю. Следующий. Ой, Марина Федоровна, сейчас бы нам какого-нибудь пациента из Китая. Зачем? Вы эту очередь возле кабинета видели, Мария Федоровна? А сейчас бы залетел бы нам какой-нибудь хуймань. Так все, отделение тотчас, Марина Федоровна, тотчас пустовать будет. Перекати поле будет, я вам базарю. Простите. Прощаю. Следующий. Если кто-то из вас еще раз зайдет в мой кабинет без стука, кину в вас бананами из юга.
Марина Федоровна, это я еще не угрожал ручками с Алиэкспресса, им привезенной из Китая. Как вкусно. Марина Федоровна, вызывайте уборщицу, блядь. Валера, с днем святого Вазелина. Ой, Валентина. Валера, мы не спим. Почему мы с тобой праздновали 14 февраля? День влюбленных? Валера, это день любви между двумя людьми, а не день любви двух дебилов в один ящик полусладкого. О, не мы одни с тобой вчера бухали. Валера, мы не спим. Скажи мне одно, зачем ты вчера названивал нашей Галке? Хотел получить дольку любви? А ты ее получил. От ее парня. И судя по фингалу на твоих щах, ты уже в курсе, что он боксер. Ой. Валера, а чё у меня стринги вместо трусов? Мы вчера в стриптиз-клубе были? И что мы там делали? Так, Валера, я не хочу знать, что мы там делали. Валера, и вообще, это ж в какие дровищи надо было нажраться, чтобы бегать по улицам города, надевать презервативы, дарить их людям под песню Брежнева «Любовь спасет мир». Весело было? Валера, весело, когда нам эти презервативы на головы натягивали. Валера, чтобы я еще раз с тобой выпил? Да пошел ты нахер, Валера! О, Абдурасулов, а мы чего не на уроках? Дмитрий Львович, я это, дежурный сегодня, смотрю, чтобы никто не курил. Вот, у пятиклассника изо рта вынял, представляете? Дуд возле храма знаний, Дмитрий Львович. Почему тебя вчера в школе не было, Абдурасулов? Так я это, болел? Температура, озноб, насморк там. Чё ты врёшь, Абдурасулов? Я видел вчера твои танцы в торговом центре в ТикТоке. Да? Танцевал, Дмитрий Львович? Это представляете, какой я больной был? А ты знаешь, что на тебя поступила жалоба от преподавателя химии? От Светланы Игоревны. Ну подумайте, смешал марганцовку не с тем, чем нужно. Чё тут жаловаться? Да и волосы у него новые отрастут. Зато это какой опыт, Дмитрий Львович, опыт. Абдурасулов, а ты в курсе, что у тебя низкая успеваемость? А экзамен-то скоро. Да за это можешь не переживать, Дмитрий Львович. Я все равно в будущем буду бизнесменом. А в бизнесе главное что? Правильно, кто сколько кому на лапу дал. Поэтому экзамены по математике и истории можете не переживать. Только надо решить еще экзамен по немецкому, а то он там вообще не ферштейн. О, все, мне надо уже это, домой дорабатывать дежурство. Это ж такая ответственная работа, Дмитрий Львович. Валера, с днем защитника Отечества. Ой, Отечества. Валера, мы не спим. Вот вчера же нормально в баре вечером сидели. Пока не начали пить всем мужским коллективам твой фирменный коктейль. На основе, прошу заметить, водки. Водки. Водки и цедр апельсина. Как ты назвал этот коктейль? Штурмовик Турбо? Валера, потом наша эта турбо со всех шилей лезла. Валера, мы не спим. Валера, у меня один вопрос. Это что? Шутка такая? Валера, ты про эту шутку сказал той районной гопоте, которая бегала за мной целый марафон. И если бы не тот ларек со скидосом на паленый пивас по пути, я бы, Валера, 23 февраля справлял в Хуево-Кукуево. Валера, лучше в танке пернуть, чем с тобой выпить хотя бы еще грамм. Ты зачем вчера на Красной площади начал танцевать Макарена? Это было бомбически? Валера, а на кой черт ты в День защитника Отечества на площади перед своим танцем крикнул «Ща будет бомба!» Валера, там обосрались все. Валера, чтобы я еще раз с тобой выпил. Да пошел ты нахер, Валера!